В Югре продолжается реализация программы по расселению горожан из аварийного жилья. Так, в Урае на месте старых деревяшек идет активное строительство новых домов. Новоселье в этом году уже отметили более сотни уральских семей. Теперь они живут в комфортных условиях. Они получили благоустроенные квартиры в новостройках, там уже сделана минимальная отделка. К слову, городские власти намерены не снижать темп по перераселению жителей, хотя для полной замены ветхого жилья понадобится около 9 лет. Квартира понравилась, но замечаний никаких нет, потому что как бы бесплатное жилье, оно всегда приятно и хорошо. Но планы, ну, наполеоновские какие, обустроить, чтобы можно было спокойно жить. Все-таки как бы появляется фундамент какой-то, чтобы строить в дальнейшем свое будущее. Каждый год мы покупаем порядка 20 жилых помещений в новых домах, ну и на вторичном жилье тоже пользуемся. Вот в этом доме, который сегодня заселяем, здесь 12 квартир приобретено по данной программе для детей-сирот.